это худший выпуск. Притча дел. И перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, что в жизни все не так весело и безупречно, как иногда нам хочется. Иногда приходится страдать, чувствовать дискомфорт. Это нормально. Итак, почему же мы здесь сегодня собрались на этом видео? Все собрались на видео. Потому что я продолжил свою рубрику «Кривой перевод». Поем «Кривой перевод». Ну как свою? Мою, честно, украденную рубрику. Я имею право ее украсть? Имею, конечно. Надо говорить не ворованный, а адаптированный. Но суть не в этом. Суть в том, что был недавно такой тренд в интернете, когда люди переводили что-то на латынь, какие-то стишки, а потом с латыни обратно на русский. И получались довольно забавные вещи по типу каких-то заклинаний или обрядов для вызова сатаны. Так вот, я решил, это ж моя тема. Надо перевести каких-нибудь тупых песен на латыни обратно на русский. И я думал, что получится весело, получится смешно, получится классно. Что была тупая песня, абсолютно бессмысленная, отвратительная хреновина, а получилась молитва сатане. Так вот, что я хочу сказать. Если с помощью этих молитв мы и вызовем сатану, то только умственно отсталого. Я не знаю, можно ли называть сатану умственно отсталым. Это оскорбляет чувства верующих в сатану. И не в сатану тоже. Было бы странно, если антагонист Бога — это умственно отсталый. Ну, неважно. Суть в том, что я выбрал совсем плохие песни. Они просто ужасные. И то, что получилось, случилось еще хуже. Ну, знаете, я даже не уверен, какие версии песен более отвратительные и тупые. Оригинальные или переведенные. А начиналось все довольно весело. Также мне совершенно не нравилась музыкальная аранжировка к этим песням, поэтому я в какой-то мере адаптировал эти аранжировки и сделал свои. И причем я пробовал потом уже, я проверял, типа, а что если какую-нибудь нормальную песню с человеческими словами, с каким-то смыслом, таким образом перевести. И получалось, в принципе, неплохо. Дело не в латыни, не в кривом переводе, не в машинном переводе. Дело в изначальном материале. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Поем все вместе, подпеваем. Там есть текст, как в караоке практически. Приятного просмотра. Младенчество, детство, где вы работаете? Младенчество, детство, ты куда? Я все еще недостаточно хорошо для вас. Младенчество, детство, ты куда? Подождите, я хочу еще раз. На верхней ветви голуби для охоты, спорт, Корнелиус, стянуть шпагат, самокате мчаться по двору. Как я живу исконным, я и ты не искусство. Ухо лицо. Ваша собака бросает меня на фото сразу. Ухо лицо. Я положил добычу, и они... Рука лицо! Коже не получите ответ! Рука лицо! Меньше стыда, все эти вещи, я не мусор! Рука лицо! Угадайте удар, который сделал весь трек! Рука лицо! 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 Я знаю, что вы смотрите, сталкеришь мои эмоции. При всех разговорах о поиск отражения. Уведите его, возьми меня, мое каждое движение. И как я живу, уведите его, возьми меня. Просто увидеть, что без огня ты. Я грешник из ада, я рад, я счастлив, между нами вне проявляет интерес написать сообщение в личку. Детка, детка, похудеть. Я говорю, кожу он пошел в ЧС. Проявляет интерес написать сообщение в личку. Детка, детка, похудеть. Я говорю, кожу он пошел в честь.